Нет, любимая еда цапли не глупые лягушки. Рыба – вот добыча для настоящего охотника. В маленьком искусственном пруду в центре города цапля видит не красоту, а всего лишь рыбу. Как можно проглотить такую огромную рыбу? Да вот так. Большая серая цапля любит рыбу. Длинные ноги и опасный клюв, острое зрение и бесконечное терпение в ожидании добычи делают из цапли настоящего рыбака. Такую добычу проглотить невозможно. Невероятно! Цапля проглотила.